Как сделать мухомор съедобным? Сейчас покажу. Для начала вот заливаем водичкой и ставить его вариться. 10 минут покипит, надо будет слить. Перевернем аккуратненько. Так, 10 минут прокипятили. Отвар безжалостно сливаем. В принципе, он уже съедобен. Но можно отварить второй раз. Так вот сделаю. Заливаем свежей ключевой водички. Сейчас второй раз поварим немного. Он уже будет съедобен. Можно даже сейчас вот соли добавить. На самом деле мухомор, он очень вкусный гриб. Некоторые фыркают, говорят, муфу, мухомор. А он очень-очень вкусный. Даже вкуснее, чем вот условно съедобные строчки и смачки. Вот некоторые едят. Он вкуснее. Он чем-то напоминает сыроежки, что ли, по вкусу. Ну, у него такой своеобразный, такой вкусный. Ярко выраженный грибной вкус. Сейчас второй раз покипятим, и он готов к употреблению. Я, наверное, сейчас даже соли добавлю. Ну вот, слили второй раз отвар. Сейчас можно жарить прямо в этой же кастрюльке. Масло долить, добавим. Растилки. Как приготовить мухомор и сделать его съедобным, смотрите на канале. Ну все, в принципе, готов. Можно кушать. Почему один? Да потому что один я нашел всего. Мало грибов. Практически нет.